Добрый день. В эфире телеканал НТС Новости, в студии Елена Яковлева. Проект «Безопасный город» готов к запуску завтрашнего дня. Все нарушения начнут фиксироваться уже в рабочем режиме и передаваться для отправки автолюбителям. На первом этапе следить за соблюдением ПДД будут порядка 30 камер в разных частях города. Это будут как стационарные пункты, оборудованные на перекрестках, так и передвижные. Их будут устанавливать там, где это необходимо. Уже сегодня операторы опробовали новую технику в деле. Подробности в нашем следующем сюжете. Уже с завтрашнего дня камеры на перекрестках будут нести реальную угрозу для нарушителей. Проект «Безопасный город», как говорят эксперты, вступает в свою боевую фазу. Договориться с техникой не получится. Если нарушил, штраф придется оплатить. На первом этапе речь идет о порядка 30 камерах в самых разных частях Бишкека. Эти комплексы будут фиксировать 7 видов нарушений, среди которых превышение скорости, проезд на красный свет, пересечение двойной сплошной линии, непропуск пешехода, пересечение стоп-линии, несоблюдение правил стоянки и проезд по обочине. В основном это будет фиксироваться стационарными комплексами. Передвижные, которых, кстати, пока будет 20 штук, займутся контролем скорости и фиксировать выезды на встречную полосу. Но если расположение стационарных еще можно запомнить, то с мобильными пунктами будет гораздо сложнее. 20 комплексов мобильных. Место расстановки дает ГАИ, дислокация, в соответствии с которым операторы выезжают на место расстановки. Фиксирует 3 вида нарушений. Это основное, на что он рассчитан. Скоростной режим, выезд на встречную полосу движения и движение по полосе общественного транспорта или обычного. Данные каждую минуту уходят в инфоком. Инфоком их обрабатывает и дает центр обработки данных. Кстати, инспекторов на дорогах теперь, как обещают ГОБДД, будет меньше. Их будут перенаправлять на те участки, где не будет задействована техника и требуется дополнительное участие инспекторов. Пока все сотрудники останутся на своих местах. Но руководство автоинспекции не исключает, что часть сотрудников со временем будут сокращены. В основном наши сотрудники будут задействованы только на обеспечение и вызовы будут обслуживать. И дороже, где произошло дорожное транспортное происшествие, вот эти участки будут обслуживаться. Мы планируем где-то... Пока сейчас уменьшения нету, как заработают полным ходом, вот тогда надо руководство решить, сколько, на сколько процентов сократятся. Комплекс будет определяться, в каком месте больше происходит ДТП, из анализа ДТП будут выставляться эти передвижные аппаратные комплексы. Работать передвижные комплексы будут также по иному графику. Для их работы нужна целая команда – оператор, водитель и охранник. А поэтому пока работать они будут по 8 часов. Правда, не исключено, что будут задействованы несколько смен. Оператор один должен быть постоянно рядом, да? Ну, не рядом, можно в машине сидеть, смотреть за этим, наблюдать, да? Какую функцию выполняет оператор? Ну, оператор выполняет, вот, нам дает задание, мы приезжаем на участок, устанавливаем данный аппарат и периодически смотрим за ним. То есть у нас регистрация есть, что снимает данный аппарат, а этот аппарат снимает нарушение. Информация отправляет, да? Ночью тоже снимает. Ночью мы просто этот не открыли, там еще инфракрасный этот есть. То есть это не фонарь, а инфракрасная подсветка, да? Да. Этого достаточно? С утра до вечера. Ну да, пока это в планы не входило наши, да, в ночью, чтобы этот работать. С 10 до 5 часов вечера мы будем осуществлять контроль. Проверить свои штрафы можно через интернет или специальное мобильное приложение. Здесь же будет указано, где допущено нарушение, и представлен подтверждающий снимок. На оплату нарушения автолюбителям будет даваться месяц со дня получения квитанции. Ну, с момента фиксации, регистрации, распечатки, конвертирования, передачи почтовому оператору и непосредственно до места жительства хозяин транспортного средства может пройти до 2 недель. Ему дается месячный срок на оплату. Это с момента получения, уведомления о получении. Да. Эксперты рекомендуют автолюбителям соблюдать правила не только на перекрестках. Передвижные комплексы могут появиться где угодно и, кстати, фиксируют скорость. Они не только на приближение, но и на удаление. Поэтому лихачи, которые думают, что проехав радар, можно снова разгоняться, будут неприятно удивлены. Игорь Потанин, Диас Сакимбаев, НТС.
Неожиданная и очень неформальная встреча прошла на минувших выходных у президентов Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина в Сочи. Главными темами диалога стал предстоящий официальный визит президента России в Кыргызстан в марте этого года. Кроме того, лидеры в который раз обозначили приоритетные направления двусторонних отношений. Глава Российской Федерации поблагодарил Сооронбая Жээнбекова за то, что наш президент сумел найти время и прилететь для беседы. Она, как отметил Путин, получилась короткой, но очень содержательной. Кроме того, он подчеркнул, что предстоящий его государственный визит будет направлен на усиление экономического взаимодействия в рамках ЕАЭС. Обсуждение также коснется мер по укреплению общего таможенного контура. Владимир Путин добавил, что со своей стороны Россия сделала все, чтобы поддержать Кыргызстан как полноправного члена этого экономического объединения. В свою очередь, Сооронбай Жээнбеков еще раз отметил, что в нашей республике всегда с радостью ожидают визита Владимира Путина. Не только обсуждать рабочие вопросы, но и просто в гости. Кыргызстанцы придерживаются мнения, что между нашими странами сложилась историческая дружба, которая укреплялась годами. Сооронбай Жээнбекович, спасибо, что приняли приглашение, приехали с таким коротким и содержательным, я бы сказал, визитом рабочим. Мы, как и договорились, будем готовиться к нашей следующей встрече в конце марта уже в Кыргызстане. И обязательно продолжим наш диалог и по вопросам экономического взаимодействия, по нашим совместным усилиям по укреплению Евразес. Здесь есть над чем работать. Мы с вами только что говорили о наших усилиях по защите общего таможенного контура. Здесь Россия сделала все для того, чтобы показать Кыргызстану необходимую поддержку. Будем обсуждать, безусловно, дальше работу в сфере военного строительства, военного взаимодействия. В сфере ВПК надо, конечно, посмотреть для того, чтобы загрузить ваше предприятие. Ну и, разумеется, по вопросам миграционной политики. Мы понимаем, насколько чувствительно для Кыргызстана. И есть некоторые другие вопросы, которые вы сегодня поставили для совместного обсуждения, для совместной работы на ближайшее будущее. Вот предстоящие полтора месяца наши коллеги поработают, а на встрече в Кыргызстане в конце марта мы, надеюсь, финализируем все вопросы, которые были вами сегодня поставлены. Да, спасибо большое за такую возможность встретиться с вами, обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. И мы с нетерпением кыргызстанцы ждут ваш визит в Кыргызстан, государственный визит. Для нас это очень важное политическое событие. И мы всегда рады вам, когда вы приезжаете в Кыргызстан. И когда мы с вами встречаемся, решается очень много вопросов двустороннего нашего сотрудничества. И мы признательны вам, что вы всегда практически поддерживаете все вопросы двустороннего, многостороннего сотрудничества, которое между нами есть. Очень высоко ценим нашу историческую дружбу, которая она укрепилась веками, наша дружба. Мы это высоко ценим. И мы вас с нетерпением ждем в Кыргызстане. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Не так давно установленные заборы вдоль проспекта Чебекджулу в столице демонтируют, но временно. В мэрии прокомментировали возмущение граждан по этому вопросу. Бишкекчане отметим стали высказывать недовольство, увидев, как коммунальщики приступили к демонтажу специальных шумоизоляционных металлических конструкций. Их, напомним, установили в 2016 году на общую сумму в 3,6 миллиона сомов. В муниципалитете объяснили, что заборы никуда не денутся. Их убирают временно, пока будет идти реконструкция проспекта Чебекджулу. Расширение коснется участка от улицы Фучика до западного автовокзала. 280 листов вместе с опорами будут храниться на территории предприятия «Тазалык». Ну а после завершения ремонта улицы их вновь вернут на прежнее место.
Вокруг новых учебников, многие из которых были выпущены с ошибками, очередной скандал. Генпрокуратура провела проверку и выявила нарушения в процедуре их разработки, в частности, при закупке услуг консультантов. Так, по данным надзорного органа, Всемирный банк в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» предоставил кредитные и грантовые средства в размере 16,5 миллионов долларов. 4 из них потратили на выпуск пособий для 5 и 6 классов по естествознанию и географии. Однако, как выяснилось, компания, с которой был заключен контракт, незаконно передала заказ другому ОСО, квалифицированные данные которого в полной мере не соответствовали требованиям конкурса. При этом позже было выявлено, что один из этих учебников и вовсе является точной копией действующих учебников издательства 2012 года. Но Академия образования сделала вид, что этого не заметила и одобрила разработку. Сообщается, что всего на разработку и тиражирование учебников незаконно израсходовано 32,7 миллиона сомов. Не получалось у депутатов, не вышло и у чиновников Минкультуры. Возможно, получится у гражданских активистов привить кыргызстанцам иное мировоззрение относительно пышных тоев и приучить их жить посредством. Молодые ребята придумали акцию, в рамках которой призывают соотечественников не брать кредиты для проведения всяческих праздников, начиная со свадеб, заканчивая похоронами. Для этого перед банками и иными кредитно-финансовыми учреждениями активисты прямо на тротуарах нанесли трафаретную надпись «Тойго кредит Алматы». По словам инициаторов акции, они не выступают против деятельности этих организаций. Они лишь хотят уберечь молодежь, которая после мероприятий оказывается в кабале. И самое плохое, что эти крупные суммы кыргызстанцы берут не на развитие бизнеса, а на бесполезное застолье, продиктованное устаревшими традициями. Александр Крестинин продолжит работать с национальной сборной по футболу. По информации Федерации футбола Кыргызстана, контракт подписан по системе 4+1, то есть предполагается, что он будет готовить команду к предстоящим контрольным матчам. Отборочному циклу чемпионата мира 2022 года и Кубка Азии 2023. Сам Крестинин отметил, что рад продолжить работу с ребятами. Последнее выступление на Кубке Азии показало, добавил Крестинин, что тренировки двигаются в правильном направлении. Особое внимание будет уделяться молодым игрокам. Это будущее нашей сборной, подчеркнул Александр Крестинин. И на этом у нас пока все. Смотрите наши последующие выпуски новостей. Я же с вами прощаюсь. До свидания.